Дина непомнящая, мама для мамонтенка. Случилось это на берегу далекого и холодного ледовитого океана. Однажды сердитые волны разбили большую ледяную скалу. Пригрело солнышко, и лед стал медленно-медленно таять. А во льду был замерзший мамонтенок. Он отогрелся на солнышке и ожил. «Мама!» – позвал мамонтенок, но ему никто не ответил. Он подождал немного, а потом пошел искать маму. Долго шел мамонтенок. Иногда он останавливался и звал маму, но мамы нигде не было. Мамонтенок устал и проголодался. «Кто ты такой?» – услышал он чей-то голос. Это был северный олень. Мамонтенок никогда не видел его раньше. И испугался. «Я маму ищу», – сказал он. «Так ты детеныш!» – удивился северный олень. «Детеныш!» – сказал мамонтенок. «Я спал, потом проснулся, а мамы нет». И он вздохнул. «Я никогда не видел твоей мамы», – сказал олень. «Может, ее знает дядюшка Морж?» Дядюшка Морж очень удивился, увидев мамонтенка. «Кто ты такой?» – спросил он. «Я детеныш», – сказал мамонтенок. «Я спал, потом проснулся, а мамы нет». «А как зовут твою маму?» «Мама», – сказал мамонтенок. Дядюшка Морж вспомнил, что давным-давно, когда на севере было тепло, здесь жили огромные звери, похожие на мамонтенка. Но они ушли в Африку, когда настали великие холода. «Я тоже хочу в Африку», – сказал мамонтенок. «Я хочу найти свою маму». «А ты не побоишься?» – спросил его Морж и северный олень. «Не побоюсь», – сказал мамонтенок. Тогда Морж подогнал к берегу большую льдину, олень принес травы на дорогу, и мамонтенок поплыл в Африку к маме. «По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети». И вдруг льдина под мамонтенком подтаяла и разломилась. «Мама!» – закричал он. И тут появились дельфины. Они подхватили мамонтенка на спины и помчались к земле. Дельфины выбросили мамонтенка на песок и уплыли. Мамонтенок открыл глаза. Это была Африка. Перед ним был олень, но совсем другой. «Ты кто такой?» – спросил его мамонтенок. «Я олень из Африки», – ответил африканский олень. «А ты кто?» «Не знаю», – сказал мамонтенок. «Я ищу маму». «Дядюшка Морж сказал, что она здесь». «Я не видел здесь твоей мамы», – сказал африканский олень. «Может быть, мудрый кокоду ее знает? Он живет на свете очень давно». И олень позвал кокоду. Кокоду очень удивился, увидев мамонтенка, и сказал, что впервые такого зверя видит. И они с оленем стали думать, где искать маму этого странного детеныша. «А я знаю, где его мама», – вдруг услышали они чей-то голос. И они увидели обезьянку. В руке у обезьянки был банан. «Лови!» – крикнула она мамонтенку. Мамонтенок поймал банан хоботом, и тут все закричали: «Да это же слоненок, только волосатый!» «Так значит, я слоненок?» – обрадовался мамонтенок. «Значит, моя мама здесь, и вы ее знаете?» «Конечно! Ее зовут Большая слониха!» – закричали звери, и они пошли к Большой слонихе. Скоро настала ночь, и взошла луна, но они все шли и шли. И, наконец, пришли на поляну. Там, вся залитая лунным светом, стояла слониха. Она спала. «Мама!» – закричал мамонтенок. Слониха долго смотрела на мамонтенка,
а потом сказала: «Кто это?» «Это же я», — сказал мамонтенок. «Я тебя так долго искал, а ты меня не узнала». И он заплакал. «Ты что, слоненка не узнаешь?» — закричали олень, обезьянка и кокоду. «Посмотри, у него хобот и уши, как у тебя, только он в шубе». «Потому что с севера». «Тише», — сказала большая слониха и подошла к мамонтенку. Она внимательно посмотрела на него и сказала: «Не плачь, ты действительно не слоненок, ты мамонтенок, но все-таки ты мой сын». «Я ничего не понимаю», — сказал мамонтенок. «Почему я твой сын, если я не слоненок?» «Потому что давным-давно, когда настали великие холода, мамонты пришли с севера в Африку и стали слонами». «Значит, я слоненок, который жил давным-давно?» — обрадовался мамонтенок. «Ура! Наконец-то он нашелся!» — закричали животные. На смену африканской ночи пришло утро. Когда животные возвращались обратно, обезьянка спросила: «Как вы думаете, это правда, что мамонты стали слонами?» «Не знаю», — сказал африканский олень. А мудрый кокоду сказал: «Какое это имеет значение? Он нашел маму, и это главное».